Давненько мечтал я здесь оказаться, миллион раз ходил мимо. Ну, вообще, надо сказать, что мы с этим прекрасным человеком уже беседовали один раз. Я размещу внизу ссылку на нашу предыдущую беседу. Это Юрий Молотковец, фотограф Эрмитажа, человек, который ведет официальный инстаграм Эрмитажа. И мы находимся в его мастерской, которая находится на Васильевском острове, неподалеку от Андреевского рынка. Где конкретно, я уж не буду говорить, это мало ли. Вот. Но здесь, в этих местах. И на самом деле, помимо того, что меня Юрий Молотковец интересует как фотограф, но я еще заинтересован чрезвычайно его уникальнейшей коллекцией, которую он собирал и собирал, и будет собирать на Уделке. Есть у нас такое место в Петербурге, если кто не из нашего города, а таковых немало, в районе станции метро Удельная, Блошиный рынок. И если раньше он был как бы, ну, прям блошиный-блошиный, сейчас он преобразился. Вот, кстати, давай начнем вот с того. Стадии, когда ты туда первый раз пришел, на этот рынок, да, и как он, вот, какие стадии его преобразования были? Ну, дело в том, что если мы говорим прямо про Удельную, то я появился там в начале 2000-х, потому что до этого у меня в Петербурге в 90-е годы было несколько рынков прямо в центре города, один прямо здесь рядом на пешеходной линии, на 6-7, да. Когда она реконструировалась, там как-то сложились такие ряды, и там как раз я снял частично свой, одну из частей своего первого проекта, который назывался «Русский альбом». Потом я его доснимал на Сенной, там тоже был рыночек на улице Ефимова, и частично, я помню, точно снимал около Владимирского собора. Все эти толкучки, куда я ходил. Да, а потом они, естественно, исчезли. Вот. Но в какой-то момент я ездил даже на Юнону, на юго-запад, вот. Но там он имеет свою специфику, потому что он такой, там больше в технику больше ударился. Хотя, да, но вот эта блошиная часть, она там мне показалась какой-то не шибко интересная для моих исследований, потому что все-таки я на Блошиный рынок езжу прежде всего за фотографиями. Я фотографирую вот эти волшебные натюрморты, которые раскладывают эти волшебные люди, которые такие, так сказать, как это в мире искусства, есть такая иногда подходит картина, написано «неизвестный художник». И вот это как раз неизвестные художники, но они от этого не менее гениальны, потому что их натюрморты, которые они выкладывают по неведомым мне причинам, так сказать, когда на одной плоскости появляются вещи разных эпох, разного состояния, разной темы, и, в общем, это все. И когда я смотрю на натюрморты и вижу между ними какую-то связь, то для меня это повод для того, чтобы фотографировать. И вот я снял вначале «Русский альбом», вот это было безудельное, а потом я снял такой проект, который называется «Детский альбом», который я 100% снимал на удельной. И снимал его несколько лет, вот, начиная с каких-то, я так думаю, что с 2000-х, ну, там, года 3-4, может быть, чуть больше. Но это не значит, что его надо так было долго снимать, просто я снимал в свое удовольствие, а потом решил остановиться и посмотреть на материал. Выбрал там из там, несколько сотен фотографий, выбрал там около, чуть больше 80, сделал такой альбом прекрасный, который издал вместе с галереей печати. Потом была микровыставка у моего друга Вадима Шафранова в галерее дизайна «Стильхаус». И, в общем, короче, этот проект очень так хорошо срезонировался. Вот. А потом эти съемки продолжились уже с помощью смартфона. Тогда это был первый проект пленочная камера, второй проект цифровая камера, третий проект, который называется «Ванитас», который до сих пор, как бы сказать, снимается, хотя уже снято уже не сотни, а тысячи фотографий. Он снимается смартфоном. И он живет уже в онлайне, он как бы в моем инстаграме присутствует, и там в Фейсбуке, в ВКонтакте. Вот. И за это время понятно, что за 20 лет я, конечно, Удельную знаю очень хорошо и вижу, как она меняется, и как она меняется, как и все блошиные рынки во всех больших мегаполисах. Она становится более коммерциализированной. Естественно, да. Потому что начинается трафик людей, и люди начинают рассматривать эту территорию как территорию для бизнеса. Но надо отдать должное, что управляющая компания, она очень мудро смотрит на всю эту ситуацию. Там она, как сказать, благоустраивает территорию. Там, кроме боксов, теперь появились еще такие длинные навесы и с прилавками. И это очень удобно, когда в непогоду люди могут все-таки туда приезжать, продавать. Да? Но при этом с земли тоже все продается. Поэтому вот он в таких трех плоскостях действует. Но при этом там
убирается мусор, как, то есть, вот эта управляющая компания понимает ценность, что блошиная часть, они ее оберегают, и они совершенно не собираются ее как-то там ликвидировать, а наоборот, как бы понимают, что блошиная часть очень важна для потока туристов, потому что тренд в мире один и тот же. Блошиные рынки являются местом отдыха и как это, приобретения знаний огромным количеством людей, которым интересно мир старых вещей. Потому что именно там человек может их встретить, именно там он может встретить, восхититься и даже купить за какие-то маленькие деньги. Ну, что... плюс это коммуникация еще интересная. Конечно, нет. Это все, и я туда вожу уже экскурсии на самом-то деле, и я вот эти все вещи очень подробно и тщательно объясняю, почему это интересно, потому что это работа с нашей памятью, так сказать, с нашим жизненным опытом, да, мы встречаем вещи, которые, может быть, из нашего быта исчезли, но были когда-то. Мы встречаем вещи, которые мы не знаем, когда их бытование, но они нам интересны визуально, и тут же мы от продавца получаем какой-то там провинанс или какое-то там понимание, как эта вещь использовалась. То есть там много-много. Но самое главное для меня вот эта встреча с сочетаемым и несочетаемым, да, потому что никогда эти вещи ни в каком другом пространстве никогда мы не встретились. Там они встречаются и создают вот этот конфликт, иногда, может быть, гармонию, иногда красоту, то есть все что угодно. Поэтому это мне территория для, прежде всего, для создания искусства, что я там и делаю. Но помимо, как ты видишь, если поглянуться по сторонам, я, к сожалению, еще иногда что-то покупаю. Вот эти дяди ваши и Марь Петровны, которые вот такие old school, классические ребята, они с годами, ну, во-первых, если там постоянные вот эти, да, вот они с годами понимают, что конъюнктура изменилась, и типа надо, или они как-то вот... Ну, я думаю, что там, так сказать, кто-то что-то, естественно, понимает, потому что если ты придешь на блошиный рынок, на удельную, ближе к Новому году, ты вдруг обнаружишь, что вдруг появились Дед Морозы, появилось много елочных игрушек, которые меня тоже интересуют. И это нормально, да, потому что люди понимают, когда что надо нести. Так что это все, и я думаю, что до конца я не понимаю судьбы всех этих людей, которые занимаются продажей, как бы, но я понимаю, что часть из них там коллекционеры, собиратели, потому что для них это такое место, где они могут что-то найти новое для своей коллекции, что-то от чего-то избавиться, да, условно говоря, что это для, думаю, что для коллекционеров это обычная история. Вот. Некоторые, естественно, ну просто люди, так сказать, с определенными отклонениями, как, собственно, и я, да, вот, отклонения в область того, что им вот это, так сказать, нужно, как бы, да. Мои отклонения, они так мною, поскольку я себя контролирую и пытаюсь, занимаюсь самопознанием, то я так понимаю, что когда просто я это сталкиваюсь прямо вживую, я прихожу куда-то, на что-то смотрю, меня спрашивают, как бы, а что вас интересует? Ну, люди видят во мне, сказать, по-видимому, потенциального покупателя, хотят мне угодить и спрашивают темы, которые я собираю. Я говорю, вы знаете, что мне ничего не интересует, у меня все есть, но если я сейчас что-то глазами увижу, что тронет мою душу, я буду это, сказать, покупать. Вот. Так, собственно, это честное признание. Как бы. Есть вещи, которые, вот, когда я вижу, я чувствую, что я волнуюсь. Как бы, да? Я это, конечно, не показываю, но, чтобы цена не выросла. Но я понимаю, что эта вещь мне нужна, и при этом в этот момент я точно как бы считаю, что моя мастерская абсолютно, мой дом пуст, все полки пустые, что здесь нет ни одного предмета, и, собственно, ничего страшного, если я один предметик куплю и принесу в дом. Вот. Когда я покупаю и прихожу в мастерскую, я так думаю, господи, что это, откуда все это, как бы, все эти сокровища. Вот. Поэтому, но... Признаюсь честно, кроме фотографических исследований, да, кроме фотографических исследований, когда я просто, это, конечно, самое, наверное, правильное, что я делаю там, это я фотографирую натюрморты, потому что это весь, это как бы не занимает никакого места, только на жестком диске, да, какие-то там мегабайты, хотя потихоньку они уже там исчисляются десятками гигабайт. Вот. Все-таки я покупаю некие вещи, которые я точно знаю, что я превращу в искусство. И таких проектов уже у меня, условно говоря, реализованных аж 3 серии проектов, которые мы увидим в соседнем зале, который называется «Счастье». У него там было разные названия. Новогодний натюрморт, поднесение к Рождеству. И последнее, это все одна и та же технология, одно и то же. А последняя серия натюрмортов называется «Счастье». Вот. И здесь сейчас за моей спиной висит проект. Один, это тоже многочастный проект. И висит одна из его частей. А общее название этого проекта – «Че-проект». «Че-проект». Ну вот давай, собственно, потихонечку и перейдем. Ну давай перейдем. Че проект? Это, ну,
Я позволю дилетантское предположение, но я так понимаю, что покупал-то ты без Че Гевары это все, да? Да. То есть ты просто покупал вот эти все... Это жостовские подносы, это, естественно, наше достояние России, так сказать, это наша гордость, да, одна из таких вот народных промыслов. Это, соответственно, роспись по металлу, покрытая черным лаком, да, роспись абсолютно уникальная, настоящая живопись. И это до сих пор жестко существует, они делают эти прекрасные подносы. Вот. Но удельные, когда я встречаю эти подносы, кстати, они иногда стоят очень больших денег. Ну, вот. Ну, к примеру. Ну, они, на удельные они могут стоить там 10 тысяч рублей, там, 5 тысяч рублей, как сказать, 1000 рублей. Но когда я встречаю, когда он стоит 500 рублей, тогда я покупаю. Как бы, да? Дороже я просто не покупаю, ну, потому что это не... Ну, я... У меня такое есть понимание, как бы, что если я могу встретить вещь, когда она стоит 200 или 300 рублей, зачем же я буду сходу покупать за 10 тысяч? Ну, это логично, конечно. То есть меня, ну, вот видишь, даже ты подтвердил, что в этом есть логика. Это приятно. Я думаю, все подтвердят, что в этом есть логика. Ну вот, соответственно, я сразу понимал, как бы, что вот это, эти вещи я превращу в произведение искусства, которые... То есть я буду через трафарет наносить изображение Че Гевары, а весь смысл этого проекта, он такой многочастный, и это смысл его в том, что вещь, поднос абсолютно бытовая вещь, да, она как бы больше даже относится к такой, как это, ну, скажем, такой обывательской, мещанской, такой буржуазной, полубуржуазной, там, купеческой, какой угодно, но такой благополучной жизни, да. И, собственно, так... изображение Че Гевары это сейчас и существует. Оно его лепят на все, его лепят такое, на, да, что на, угодно. На все, что совершенно угодно. Не понимая порой вообще, что это за персонаж. Да, но даже нет. Ну почему? Как, понимаешь, что, он, что Че Гевара равенство революционер. Да? Это нормальная формула. Да? И смысл в том, что действительно человечество давно этот образ использует, так сказать, в своих таких абсолютно, ну, таких мелкотравчатых буржуазных целях, да, превращая его лицо в такой товар, который по каким-то причинам расходится. Потому что выяснилось, что человек не готов влезать на баррикады, да, но готов носить майку с Че Геварой, как бы подразумевая, что он где-то там глубоко внутри, там, как думаю, ниже пупка, как бы он революционер. Да. Соответственно, это... Да, я таких знаю. Это работает. Как, да. Соответственно, это кстати, это изображение, на самом деле, самое тиражируемое фотоизображение в мире. Мы знаем, давай мы на всякий случай... Извиняюсь, что я тебя перебью. Я просто на всякий случай поясню для тех, кто не въехал. А я знаю, что такое найдется. Дело в том, что вот это остаток подноса, вот этой самой росписи, а это напыление уже. Сверху, да. Да, ну просто. И здесь вот видите, как это круто, вот эти цветочки проступают сквозь этот трафарет. Именно. Да. Очень приятно искусствоведческое заключение. Да, да, у меня 6-й разряд Вологодского колледжа по росписи жостовских подносов трафаретами Че Гевары. Я диплом писал. Хорошо. Вот видишь, как мы сошлись. Не зря мы здесь встретились. Вот. И смысл в том, что на самом деле, и как раз я начал говорить о том, что изображение Че Гевары самое тиражируемое фотоизображение в мире. То есть это... И я, опять же, тоже в этом процессе участвую. Я, ну, не с помощью фотоспособов, но не важно. Важно, что изначально этот трафарет, это доведенное до вот такого состояния иконы, до состояния такой жесткой графики, изображение кубинского фотографа Корды, который снял Че Гевару во время митинга в Гаване, подозреваю, что это было в Гаване, в порту на траурном митинге, на котором погибли от взрыва несколько, значит, этих ну, служащих порта там, и, в общем, это такой митинг, и Корда снял, и этот снимок был потом откадрирован, а потом в какой-то момент он попал на обложку какого-то журнала, и после этого превратился в какой-то вот фетиш, говоря символ... по-современному, в мем. Да, да, это превратилось, можно сказать, если это по-современному, значит, превратилось в это. Соответственно, моя задача, теперь я покупаю предметы на удельные, вот такими большими сериями, то есть, ну, понятно, что не за раз, а за много-много раз я покупаю это, складирую, а потом, когда я чувствую, что количество предметов набралось, я наношу, соответственно, изображение Че Гевары на, в данном случае, на подносе. В том зале вторая часть висит. Здесь висят, как вы видите, стиральные доски.
на них тоже нанесен. И это такие прекрасные произведения искусства, которые теперь могут украсить ваш уголок, там, где у вас стоит стиральная машина. Да? Вот. Если вы там боитесь повесить искусство другое, там живопись, холст, масло, то можно повесить вот такую, и вполне концептуально будет уместно повесить стиральную доску, которые тоже стали раритетными. То есть эти доски, например, как бы понятно, что опять же дороже там условно, там, ну, не знаю, там 200 рублей я такие доски не покупаю, да? Но, например, вдруг, например, вот такую доску, которая еще там имеет другой дизайн, да, она может вдруг, кто-то, я спрошу, сколько она стоит, мне могут сказать там 2000 рублей. Как бы. Ну, конечно, я не куплю ее, но, короче, все становится, вот все потихоньку вещи перетекают. Ну, да, люди видят, что... Из бессмысленности они перетекают в какие-то вещи, предметы, в редкости, которые должны стоить каких-то денег. Поэтому цены на удельные колышутся. Вот это, да. А это какой-то сайт-проект, да? Или это просто... Это просто... Я не, честно сказать, не могу сейчас сходу сказать, чья это роспись, как бы, да? Но это набор досок для резки колбасы, хлеба и сыра, вот, который с одной стороны расписан, с другой стороны рабочая сторона. Я также нанес на них золотую краску, чтобы, опять же, работала вот это сквозь трафарет, работала роспись, работала и появлялось изображение Че Гевары. Слушай, а вот это тоже очень интересная вещь. Вот. Это же советские елочные игрушки, да. И ресторан. Да. Леха, ты сними это. Да. Это же вообще огонь. Да. Ресторан. Метрополь. Метрополь, да. Метрополь, да, да. Наш любимый ресторан. Метрополь. А привет здесь, Игорю здесь... Шаденкову, директору, да? Метрополя. Да, а тут можешь посмотреть, здесь Интурист. Интурист. Слушай, это... То есть это... Рассказываю про эту историю. Давай. Значит, проект называется «Счастье». Ну, вот он, кстати, вполне такой, вот прям вот, счастье, счастье. Да, значит, рассказываю, что весь фарфор, фаянс, который присутствует на этих стенах, он там, ну, условно говоря, разных эпох, то есть это мы только что выяснили, что есть советские вещи, есть кузнецовский фарфор, есть там какие-нибудь вербилки, еще какие-то мануфактуры. Но главный принцип, что это эти блюда, там разные конфигурации, тарелки и блюда и прочие, какие-то селедочницы и прочее, прочее. Все это, опять же, куплено на удельные. И когда-то понятно, что эти тарелки украшали какие-то праздничные столы, за которым сидели люди, в этих тарелках была сель, там, шуба и какие-то салаты и прочие какие-то прекрасные блюда. Вот, и люди за этими столами были счастливы. Елочные игрушки висели, естественно, на елке, да, и все вокруг этой елки были счастливы, потому что понятно, что это Новый год и прочие какие-то вещи. Потом... Какой-то волной. Ясно, что волна не очень хорошая, да, раз люди отказались от этих вещей. Эти вещи оказались на блошином рынке. То есть их вынесло туда. Я это все оттуда изъял, принес себе в мастерскую и решил, что раз тарелка, на ней могут быть фрукты или овощи. И, собственно, я сделал такие ассамбляжи, такие коллажики в духе голландского натюрморта. Да, это вот. Офигенное переосмысление. Вот, да, и, соответственно, теперь эти роскошные натюрморты могут украшать жилища петербуржцев, что и произошло. Потому что первую выставку я сделал 3 года назад. Там было, ну, думаю, что где-нибудь около 150 натюрмортов. Пришли друзья и все скупили все мои натюрморты. И я решил, что ну вот я сделал проект, и надо завязать. Ну, как бы все, есть начало, есть окончание. Но потом, путешествуя по удельной, я опять встречал тарелки, опять встречал игрушки и не мог отказать себе в удовольствии купить их. А купив, я понял, что их надо опять превратить в эти натюрморты. И второй проект назывался «Поднесение к Рождеству». Вот, и он тоже был вынесен отсюда. Потом, опять же, я себе дал слово, что я не буду больше покупать ни тарелки, ни игрушки. Но, опять же, приходя на удельную, я опять встречал эти чудесные. Потому что, на самом деле, я хочу сказать, что эти елочные игрушки, вообще, советская елочная игрушка, это один из наших, опять же, вклад в мировую культуру. Потому что они, может быть, там не так изящны и не так что-то, как то, что делалось там, допустим, в Европе. Но... то какое-то волшебное вот их ну вот исполнение. Они были артистичны, мне ну, кажется. Вот они обладают какой-то, да, для меня однозначной магией, что они настолько прекрасны, что я не могу себе отказать в удовольствии их
опять же... Они знаешь, к чему приближены, да. мне кажется? Они приближены к нашей советской мультипликации. Может быть. Ну, это вот, вот на самом деле, есть, Павел, я хотел бы сказать, что это тема исследовательная. Надеюсь, искусствоведы, когда меня уже не будет на белом свете, напишут все об этом. Вот. И, короче, смысл в том, что вот этот проект «Счастье», соответственно... Теперь он здесь, опять же, он в большом количестве раскуплен, как бы, и в каком-то количестве я его дарю. Так что, когда ты будешь уходить, ты должен на память о встрече со мной выбрать себе в подарок какой-нибудь один из этих чудесных натюрмортов. Ну, я обязательно так что думай. Сделаю, да. Вот. Я, кажется, я даже уже решил. Да, и вот это состояние счастья, как бы, я думаю, что оно в них находится. И главное, что это те натюрморты, которые могут теперь круглый год, не только под Новый год, а круглый год висеть на этих... А вот смотрите, какая чудесная вещь. Я вот, кстати, многих всяких... Это же кормообразующий предмет вообще советского бытия. Слоники, потом, значит, в ряд еще такие вот ракушки делать. Я, кстати, на одну видел. Нет, ну слоники вот самые такие... Слоники это самые, да. Мраморные, которые 7 штук. Это, да. это как раз слоник ФСЗ, но, видишь, он порушенный. Не легче от группы. А, нелечки от группы, господи, нелечки от группы, то есть это еще... Да, но он подписной, какой там год стоит? 56-й. 56-й год, видите? 1956-й, слону... да, вот бренд Ленинградского фарфорового завода. Слону 44, 64 года. Угу. Сегодня я вел прямой эфир из нашей золотой кладовой, и там, соответственно, рассказали, как... Шах Индии сделал подарок да. русскому царю. За это два года слоны шли, 16 слонов шло как бы в Петербург, неся эти подарки. Всякие там драгоценные. Под них даже мосты специально строили, потому что даже так, да? Ты знаешь, не выдерживали мосты просто, они не были предназначены для этого. Я просто из того, что я запомнил, что по дороге два слона умерло и два родилось, как бы, или один родился. Вот, так что вот такие бывают приключения, но слоны дошли и принесли нам сокровища, которым мы можем любоваться. Так что слон наша тотемная Мы еще сюда еще вернемся. Я хочу просто тот предмет, который меня лично взволновал, хочу показать, потому что это связано тоже напрямую с моей семьей. Вот такие вот вещи. Я не знаю, откуда это. Но вот... Судельные. Нет. Я понимаю, из океана удельные. Из океана удельные. Если стоять на берегу удельные, то выносят такие раковины. Мой дед работал на Саанской ГЭС, он от объединения электросилы туда ездил, и он привозил оттуда кучу всевозможных таких штук. И у меня вся квартира была ими заставлена. Дело в том, что сейчас из Египта ничего нельзя такого возить. А, даже так, да? Да, это официальный закон правительства Египта, и вы никакого такого моллюска не вывезете. Угу. Вот. А это тоже очень характерная вещь в секретерах, она очень часто стояла, я наблюдал не только у себя дома. Послушай, там правильный звук идет? Это Нил шумит или какое? Или... Ну, это такое Красное море. Красное море? Я чувствую, я слышу, хорошо, как там серферы наяривают. Спасибо, я теперь буду... Наташа! Брат Путин! Это там тоже присутствует. Хорошо, я запомню, потому что я все время хотел атрибутировать, с какого теперь, видишь... Вот, я тебе... Теперь понятно, откуда. Видишь, вот, кстати, видишь, поднос еще один не покрашенный. Да, вот, кстати, да. Как он изначально был. До того, как превратится... произведение современного искусства. Я уверен, что... Да, кстати, я хочу сказать, что все эти подносы, они раскрашивались вручную. Так и так, да. Да, то есть это не машинное нанесение. То есть... И хочу сказать, что у этого произведения, видите, будет два автора, потому что здесь написано «Бычков». Угу. Соответственно, уже автор один есть, а потом здесь будет появиться еще мое имя. А потом здесь будет еще «Молотковец». Так, я смотрю, что ты еще всевозможные... Вот, это у нас для куколок. Да. Специальные саночки для куколок. Вот здесь есть еще... Вот могу сразу сказать, купил эти санки, потому что они ослепительны по дизайну, но пока не придумал, как их проводить в произведении. Ну, подожди, может быть, ты накупишь еще штук 8 санок? И что? И что? И тогда тебя осенит. А скажи, пожалуйста, а вот эти вот фотографии неизвестных людей ты покупаешь? Значит, просто? Да, покупаю не просто, конечно же. У меня тоже есть у тебя же все идеи, да. Но когда я покупаю старые фотографии, меня сразу начинают спрашивать, там типа того, что, а что вас интересует, какая тема? Вот могу сразу сказать, что я не коллекционер фотографий,
я покупаю только по внутреннему содержанию фотографии. Mm-hmm. Это может быть фотография, потому что есть же коллекционеры, которые там собирают военные фотографии, там какие-то детские, какие-то там, не знаю, какие темы еще бывают. Я просто смотрю внимательно, и если чувствую, что меня вот эти волнуют, как бы, а вот эта фотография меня волнует первым, что она отретуширована, то есть она раскрашена. Второе, что, конечно же, посмотрите, сказать, как хмуро вдруг выглядит вот этот мальчик, да, и как тут совершенно разные эмоции, да, и вот это меня взволновало. Плюс раскрашено. Здесь тоже меня взволновало раскрашено, но, конечно же, этот персонаж, потому что ясно, что отсыл к царевичу, нашему цесаревичу Алексею. Вот, и, в общем, тут много что можно еще на... А вот это вот, например, а эту фотографию я купил, потому что это сделано фотография в Большом Крылимовском дворце. Да? Mm-hmm. Здесь, кстати, наверное, об этом указано. Это в 60-м году. Значит, ударники коммунистического труда. Осталось только, так сказать, придумать. Эту фотографию, конечно же, надо подарить какому-нибудь собранию, понять только кому. Потому что здесь есть интерьер Кремлевского дворца. Я когда ее купил, сразу же в интернете набрал, как бы увидел эти колонны с такой отделкой, сказать, подтвердился, убедился. Сказать. И, конечно же, надо отдать должное, что я думаю, что сейчас ни одна группа никаких ударников не сможет вот так демократично сесть, да, по-турецки, как бы в Кремле. Да? И это, опять же, говорит о фактах жизни, да, как бы сказать, насколько меняется культура. То есть, потому что здесь эти люди действительно чувствуют себя в Кремле просто хозяевами, как сказать, и это абсолютно заслуженно. Вот сейчас... Вот такие вещи, да. Я помню, на даче. Вот у меня что-то подобное висело. Да, милая пастораль. Голландия, скорее всего, какая-нибудь, да, роскошная. Это мельница, да. Вот такой дом, да, характерный. И при этом сделано так. Пойдем сюда. Вот это, конечно, просто огонь огненный. Вот такие вот всякие штуки. Причем они, видите, тут тоже есть... Детская игрушка, опять же, это, опять же, наш вклад в мировую культуру, потому что детская игрушка, мы сделали ее, довели ее в своей какой-то гуманистичности и пластической красоте и безукоризненности до каких-то невиданных высот, которых теперь уже никто не сможет, наверное, переиграть. И, конечно, такие художники, как Лев Сморгон, который, являясь там таким мощнейшим авангардистом, делал в свое время на... Ленинградском заводе пластмассовой игрушки, я точно, может быть, сейчас не цитирую это название, это, но он сделал вот эти вещи, которые сейчас, ну, вот, когда ты их видишь, они производят какой-то, ну, вот, просто это эталон, как выглядит образ ребенка, да, вот в нашем представлении, потому что это идеальный какой-то ребенок, в нем все, как бы детство, какие-то такие, можно сказать, хочется сказать, античные, не античные пропорции, но пропорции такие, которые вот как-то сформулированы, и он смог это пластически воплотить. Поэтому это тоже такая тема важная. И, конечно же, детская игрушка советская, она коллекционная. То есть это, она стоит очень больших денег, и когда там они появляются в идеале, они стоят больших денег, их сложно купить, потому что их тут же коллекционеры сразу как-то вынимают с рынка. Абсолютно стандартная вещь. Причем я помню такие деревянные, да, покрашенные лаком, а вот такую железную, или это что было? Это... Ну, какой-то сплав, который, да, там, да, легко, да, наверное, было заливать, да, в какую-то форму. Хорошо, это... если ты помнишь, и как это использовалось? Это вешалось на, как правило, туалет. Так. Здесь... обычно помещался кусочек янтаря. Ага, да, я этого не знал. Да-да-да, это... на самом деле она смотрит. Ага, рассматривает кусочек янтаря. Кусочек янтаря. Ну, вот, а я скажу тебе, что железных я таких не видел. Деревянные я такие видел. Понятно. Железных я таких не видел. Но рисунок, опять-таки, кто-то когда-то придумал дизайн, да, откуда ты, скорее всего, срисовал, я думаю. Ну, я сейчас, у меня она не одна, сейчас я принесу другого дизайна, сейчас я найду. Давай. Видишь, она даже тут, даже их две. Ой. Видишь, ну у меня почему-то только мне в жизни попадаются только металлические. Смотри, тут полная эротика. Да, да, да. Здесь, видишь, такая поменьше, но уже бронзовая. Но все равно. Здесь, конечно, элемент эротики, безусловно. Да, конечно. Сказать, да, тут она такое, уже... Это такая официальная возможность повесить дома эротику, когда тебе... Потому что, ну, это не эротика, это русалка. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это более ранняя история. Мне кажется, что это такие 50-е, 60-е года, а это уже года 70-е, 80-е. Ну, сложно мне тут спорить, да, с умными людьми. Нет, я предполагаю. Я... Просто...
Да. Слушай, вот еще вот это очень тоже характерная тема для... Да, это... согласен. Это я тоже очень помню. Посмотрите. Повальное увлечение в Советском Союзе, создание вот этих чеканок. И на самом деле могу сказать, что ну, это достаточно такая кропотливая работа, потому что даже вот этот фон выдолбить нужно посидеть. Да? И, соответственно, этим были увлечены. Частенько этим занимались в местах лишения свободы. Естественно, да. Да, ну вот могу подтвердить. Я считаю, что вот это точно сделано там. Потому да что нет, это однозначно. Это тема, да, там это однозначно. Как бы это... В принципе, эти чеканки там очень часто выполнялись, потому что прям вот... Ну, потому что да. Что в лишении свободы, каким путем можно, о чем можно думать? Только о Боге или да. о женщине, да? Соответственно, это нормально. Слушай, еще вот я смотрю, у тебя книжечки всякие разные. Ну вот ты можешь взять вот этот верхний томик Гоголя. Гоголь, мамочка. Да, собрание сочинений. Могу прямо про историю рассказать давай. Конкретную про это. Давай, значит, давай. Я иду. Ну, когда заходили, видели, что у меня нет недостатка книг. Да, да. Вот, и дома примерно та же ситуация. То есть, как бы для меня покупка книг – это стресс, потому что, а, я все равно ее не прочитаю, б, ставить некуда, да? Угу. И, соответственно, я иду. И вот так лежит такая стопочка «Собрание сочинений Гоголя». Во-первых, очень красиво издан. Видите, тут есть его барельефчик, вот это все рифленое, золотом выдавлено, шеститомник. Я вот так подхожу, открываю. При этом я точно понимаю, что мне это не нужно. Вижу, что это издано в 1937 году. Такой трагический год, да, как бы сказать, в нашей истории, который такой даже стал таким символическим. Да, и понимаю, что это все мне не нужно. Но это очень трогательно. Подходит, это еще все, вот только пандемия, как бы, ну, рынок открылся. Еще пандемия-то у нас еще вовсю, но имеется в виду, что рынок стал функционировать. Я пришел. Я стою в маске, ну, так рассматриваю. Ко мне подходит продавец, которого я знаю, и говорит, значит... Шеститомник Гоголя 500 рублей. Вот. А я стою и так думаю, потому что я понимаю, что он очень прекрасен, но он мне не нужен. Ну, я так поднимаю на него глаза вот, и говорю, а он узнает меня и говорит, вам 400 рублей. Я говорю, это спасибо большое, говорю, только мне надо понять, зачем мне нужен Гоголь. Он так делает круглый глаза. Гоголь нужен всегда. Вот. Ну, эта фраза как бы заставляет меня достать 400 рублей, отдать и идти дальше. Мастер-класс. Да. Я хочу обратить внимание, это очень часто в старых книгах встречается. Вот у меня у бабушки, когда были книжки, тут всегда в конце... Да, есть, опечатки. Да, опечатки. Выявленные. Выявленные опечатки, вклеенные. То есть потом в этот тираж, в каждую книжку специально обученный человек сидел и вклеивал такую штуку. Это вот, знаете, вот как в моих выпусках, да, в конце, или там Павел Перес тут вот оговорился. Тут Павел... ударение неправильно. Да, да, тут он не то сказал. Букву заживал, да. Да. А вот смотри, какой еще и Piece of Art. Да, да, то есть, да. Ты же еще, это же все тоже судил куда-то? Да? Да. Сейчас поговорим тогда про, да. Вот портрет, например. Посмотри, ведь это же на самом деле действительно что-то такое. Да, живопись такой характерный герой, поэтому пришлось купить. Хотя очень не хотел его покупать. Но сердце сказало, купи. Тут я даже какие-то модельяневские мотивы вижу. Так не то слово. Да. Это и есть раннее модельяне. Ну, глазки ему затемнить, да? Вот он, это. Когда нарисовал Ахматову, потом думает, ладно, я еще... Морячка. Морячка. И так и сделал. Задумал, сделал. Вот, ой, а вот это-то какая прелесть, искусственная челюсть. Ты посмотри, это же... Мне даже как-то легче стало, потому что когда я сюда заходил один, мне казалось, что у меня еще немного, и у меня депрессия начнется. А пришел Павел так, о, и как-то я думаю, что действительно я какой молодец, сколько я это же, это дерево, принес, по крайней мере, это, одному человеку. Это выжига, вот то, что мы... Опять же, да. По выжиганию была тем, такая штука. Тем, чем занимались мальчики, поскольку не было компьютерных игр. Да, брали вот эту штучку, я так воняло еще. И это, кстати, воняло очень приятно, как бы, когда ты выжигаешь этот запах жженого дерева, и это же фанера, и там смола, вот, и, соответственно, это очень приятно было так. Ну и, естественно, это наша гордость, Леонардо, Мадонна Лита, эрмитажная работа, вот.
Ну тут ты ж, конечно, не мог. Да, не мог пройти мир. Все, называется, у меня такая серия есть в Инстаграме как раз этих натюрмортов. Слушай, когда я встречаю что-то связанное с... А я смотрю, ты тут Сезана прикупил. Да, ну сейчас я про эту работу отдельно расскажу. Да. Смотрите, иду, можно я тогда возьму в руки? Да, конечно, конечно. История такая, что я иду. Подписанная. Да, иду, работа вот так стоит, вот так, в таком положении. И я, она стоит вот так там где-то на полу, условно говоря, я так смотрю и понимаю, что очень хорошая живопись. И сразу я понимаю, что кверх ногами, я сразу понимаю, что это пасека и все такое прочее. И я спрашиваю, сколько стоит работа. Мне говорят, что она стоит там 400 рублей. Ну вот. Я так смотрю и говорю. А я как раз вел экскурсию, со мной были ребята. Я говорю, что этому продавцу, говорю, слушайте, ну там за 200 отдадите, как бы, да? Продавец так смотрит на меня, говорит, хорошо. Тогда я к ней подхожу. Потому что ей говорю вот этим экскурсантам, ну, во-первых, работу надо смотреть так, говорю, на всякий случай. Вот. А во-вторых, я так заглядываю и вижу, что написано на пасеке холст масла 43, значит, 43 на 41 В. Тихомиров, 81 год. И я понимаю, что это картина великого русского художника Виктора Ивановича Тихомирова, моего друга, члена бессменного, группы «Митьки». Митьковский, да. Митьковский шедевр, да. Понимаете? Короче, значит, я уже, как это, достаю деньги, плачу и отвожу своих экскурсантов и уже на нескольких метрах в сторонке объясняю, кто такой Тихомиров и что это такое прочее, 5-10. Потом я ее фотою, отсылаю фоточку Тихомирову, и Виктор мне звонит, Виктор Иванович звонит и докладывает, что да, моя работа, был я на этой пасеке, был у меня там какой-то прекрасный роман вот в этом домике с прекрасной девушкой. Вот. В общем, короче, история с таким четким провинансом как бы теперь украшает мою коллекцию. Не, ну, кстати, на самом деле, Тихомиров – современный классик. Да, поэтому... работа его находится в Русском музее, я думаю, что наверняка и в Третьяковке. Вот, это не... Причем это не просто художник, это писатель, кинорежиссер. А это тоже великий русский художник Владимир Ельцов, который... Ну, Ельцова, к сожалению, я не знаю. А я знаю и могу даже сделать наводку, что этот человек, прекрасный художник, который очень часто стоит на пересечении, например, Мойки и Невского, и прямо рисует вид то Мойку туда, то Мойку сюда, то Невский туда, то Невский в сторону Адмиралтейства. И он единственное, что вот его любимый формат, это примерно вот так. Поэтому это то, что он вдруг как нарисовал такой огромный холст, это, ну, это как раз дом, где там Пушкинское кафе. Как ну, там? Дом Вольфа Беранже. Да, 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 Вольф Беранже, туда, соответственно, вид на, практически до, на Эрмитаж, если так условно говоря, все это узнаваемо, знакомо. То есть это вид, ну, это мост через... Ну, понятно, это, в общем, это Невский проспект. Да, да, Невский, у меня с собой есть путеводитель мой, я могу так, показать. Так что... Да. Вот, это действительно очень интересный художник, который вот, и у меня много в моем собрании его ты маленьких работ. Ты рассказываешь сейчас, 1 секунду, да? Да. Угу. Я вам сейчас покажу прямо, где это находится. У меня тут книжка такая вышла. Слушай, какая она прекрасная, иллюстрированная. Да, и здесь, конечно, была проведена колоссальная работа. Чуть-чуть, конечно, я бы подтянул дизайн, но ладно. Дареному коню. Вот. Да, точно. На все оно, вот, да. Видите, вот этот да. дом Вольфа. Да, тут только это дело происходит вот там, подальше. Ну, потому да, что да, это угол да, с Большой да. морской. Да, 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 да. А, все, вот видите. Но колонны, они параллельно вот там же также да, симметрично да, находятся. Да, вот да, видите, да. они тут же очень четко, хорошо видны. Да. Это точно, оно. Вольф Беранже. Да. Так что Пушкин везде с нами. А тут у нас немножечко да. товарища Шишкина. Да. «Утро в сосновом лесу». Это, опять же, тема моих, так скажем, таких покупок. Да? Я вместе с великим русским художником Александром Флоренским, мы покупаем вот эти наивные повторы. Он специализируется прежде всего на «Охотнике на привале». А я покупаю вот «Утро в сосновом лесу», «Дети, спасающиеся от грозы», значит, «Незнакомка» и что-то у меня еще какая-то есть любимая тема. Ну, их там больше, но как бы вот это те серии, которые у меня такие сильно представлены. У нас есть очень большой межмузейный проект, который мы когда-нибудь осуществим. Так что вот это все копится в правильное, как это, для того, чтобы быть потом подаренным
народу Российской Федерации. У меня с падежами сейчас плохо, потому что я целый день разговаривал. Вот это, кстати, примерно из той же серии, но уже в другой интерпретации. Вот это тоже у нас было. Да. Такое вот... Античность. Советская античность. Да, античность, только, видите, литье такое характерное. Да. И обратите внимание, что маяк выглядит как определенная часть мужского... Это, скорее всего, Пенелопа, может быть, да? Или что-то типа, что это может быть? Ну, возможно, она сидит, видишь, на корме. Она на корме или она на берегу? Корме. Она на корме. Пенелопа должна быть на берегу. Нет, тогда это... Слушай, а это литье? Это гипс. Это гипс, да. Как раз рядом гипсоформовочная мастерская Академии художеств. Я не знаю. Ну, это, конечно, другие люди делают. Я понимаю, да. Может, это сирена? Сирены, они что у них там, какие атрибуты, знаешь? Они завлекали моряков. Это что у них? Это какой-то букет. Они завлекали... Не раковина, они дудели в раковины. Нет, это букет. Это не раковина. Они завлекали моряков, поэтому они сидели на скалах. Не на корабле. Это сидит на корабле. Да? Это, скорее всего, может быть, кто-то из тех, кого уже похитил там или Геракл, или Аргонавты. Может вот, быть, и вот везут себе. Ну, у меня больше, конечно, этот маяк поражает. Дилда чистой воды. Слушай, ну а вот это лебедя прямо тебе... С виду, он такой немножко... Порушенный, но цокнутый. Если его взять аккуратно, можно и не брать... Ну, да, вот так лучше брать, чтобы так надежнее. Вот смотрите, а белый лебедь на пруду. То есть ты купил даже цокнутую вещь. Это часто я покупаю цокнутые вещи. Цокнутые для чокнутых. Потому что на самом-то деле только люди с низким воображением покупают цельные вещи. А мы, люди с воображением, можем покупать и цокнутые, потому что мы... Она так уже была, или ты тут что-то подклеил уже сам? Нет, она была вообще порушена. Вот все, что сейчас видишь швы, это все она была вот так собрана в туды. Я просто решил, что этого лебедя надо восстановить. Просто у меня была там идея, которая... Ну, осталось ее там буквально чуть-чуть, и она будет это... подарено нужному человеку, который скажет, да, об этом я мечтал, чтобы в моем саду этот лебедь там всегда... А, то есть это ты уже под конкретную цель покупал? Ну, просто у меня есть друзья, которым я хотел этого подарить. Надеюсь, что... Ой, слушайте, кстати, отвлечемся на секундочку. Небольшая... Ой, сейчас мы еще про эти альбомы поговорим. Небольшая рекламка. Вот это же... Прямо проект, прозвучавший на весь мир, без привлечения, можно сказать. Даже с неким выходом в космос. Даже. Да, с неким выходом в космос. Это котики Эрмитажа. Юрий Молотковец их фотографирует. Там, и тут вот в замечательных интерьерах вот эти котики. Ну, это специальная съемка, надо понимать, что они не живут в этих интерьерах. Ну, понятно, они специально выпускали. Это такая постановочная съемка, а так они живут в подвалах, около 70 котиков, которые действительно являются хранителями музея, потому что они своим нахождением на нулевом уровне в музее не позволяют там завестись ни крысам, ни мышам. Ёлки-палки, нет, ну слушай, это я не могу. Гендерские альбомы. Ты посмотри. Память о службе. Мать моя женщина. Ох, сейчас мы, ребята. Ну-ка, открой, давай посмотрим, когда служил человек. Не, во-первых, начнем с оформления. Оформления, да, войлок. Это... Вот это все. Весна, 82-84 год. Ну, я уже дембельнулся к этому моменту. Посмотри. Это чуть-чуть попозже служил солдат. Так, ну вот, собственно... Ну, это... Причем эти книги можно относить к разряду книги «De la Artis». Ох! Так, а что здесь? Кузнецк. Кузнецк, да. ДНД, 84-й год. Все ручная работа. Да, 736 дней, друзья, запомните. А что что там написано еще? Солдатских 736. Устинов, маршал Советского Союза, главнокомандующий, как это называется, министр обороны, не главнокомандующий, министр обороны. И я тоже при нем служил. Вот он наш герой. И пошло прокладочки. Богатыри, всякое-всякое. Вот так, а где голые девки? Вот одно не могу понять. Так, ну ты прям сразу. Куда-то у тебя какой-то канал, может быть, вот, что? Стратегическое оружие армии советской. Без него... Тут вопрос, что за войска, потому что, возможно, что это... Ну, давай сейчас атрибутируем, потому что я сейчас не помню. Сидит. Что-то у него тут одни какие-то...
Ну, возможно, даже что строительные войска, потому что я сейчас... Я тоже что-то не... Не рассмотреть петлицы. Не, ну вот какая-то обучалка есть. Так, строительные войска – это такой типа трактор или что там изображено? Такой бульдозер, по-моему, да? На этих... Удивительно, что на этих прокладках нет голых сисек. Это очень странно. Так. Вот, смотри. Связь. Нет? Вот здесь можно понять. Ну, вот сюда можно смотреть. Ну, не строительный. Нет, не строительный, да. Ну, по-моему, это связь. Ну, не важно. А может, и важно. Ну, короче, это... Ну, короче, ребята, сисек мы не найдем. Но зато вот это все происходит. Не знаю, Павел, почему ты так эту тему? Потому что в моем гемлевском альбоме тоже нет никаких... Я видел несколько... девушки в коротких юбках, но никаких этих... Как раз вот эти русалки... с такими буферами. Но вот этот альбом, видите, у него обложка, это шинельное сукно. Да, да, да. Вот, и это у меня, кстати, тоже мой альбом из моей же шинели сделан. Ой, а смотри-ка, вот это вот у нас уже, это вот Монплезир, да. Ну, вот, понятно, это Ге, да, картина, это Монплезир. Это вот Петр Первый беседует. Пол до сих пор там присутствует. Да, да. Ну, это я купил только из-за обложки, честно сказать. Тут ничего нету, просто потому что... Ну, обложка шикарная. Да. У тебя там как с аккумулятором? Еще норм? Ок. Сейчас мы еще тут просто, я хочу посмотреть. Давай. Я просто боюсь, что... вот так вот я сделаю. Ну, давай нахуй все круши. Я клеил, спасал. Я какая-то блондинка. Упс! Вот, смотрите, Ленинград, площадь Восстания. Причем, это, кстати, фотографии здесь не видно, но здесь же еще нету Стеллы, потому что ее в 85-м году только поставили. А вот это вот ты почему купил? Ну вот сейчас давай посмотрим, буду объяснять, смотрите внимательно. Вот я вот так смотрю, мне это нравится, дизайн, открываю. Первое, что я вижу, вот эти три фотографии, это уже как бы круто, да, потому что вот эти три человека с мороженым, это очень круто, да. Мне это нравится. Дальше смотрим, что я вижу. Я вижу, что это Царское Село, да? Mm-hmm. Я Царское Село люблю, все. Это меня тоже заставляет это купить. Дальше продолжается прогулка по Царскому Селу. Я помню, как сам почему-то замирал у этой девушки, почему-то она меня волновала, как бы с этим разбитым кувшином. Mm-hmm. Палладиев мост, который, видите, долгие годы уже он был закрыт для посещения. 55-й год, значит, он открыт, как бы. Mm-hmm. И сейчас он опять открыт, да? Вот. Так, а здесь пошли какие-то роскошные эти наряды. Девушка в каком-то роскошном платье. Да, так, это мода того времени. Да, так, здесь пошел набережная. Мы прям, это вид с Васильевского острова, правильно? Да. Опять Васильевский остров. Там какие-то морячки машут девушки руками. А здесь какой-то банкет в каком-то этом. Это может быть прогулка даже на каком-то кораблике, возможно, вот это, да? Угу. Не знаю, вот ты понимаешь, где это деревянный мост? Возможно, что это около ЦПКО. Лесопарк. Возвращение в лесопарк. Лето. 56-й год. После поездки. Так, лесопарк. Ну вот, меня тронуло. А тут уже Арибаум. Тут смотри, Китайский дворец. Угу. Ворота Петра. И, короче, вот меня это захватило. Москва. Да, Москва даже. Москва, а здесь какой-то, смотри, все. Золотой пляж. Где это уже, может быть, даже в Крыму. Севастополь, да, это Крым. Да. Вот это, короче, и смысл в том, что потом я узнаю, что это стоит, допустим, 100 рублей, и, ну, естественно, я покупаю. Ну, какая прелесть, да, смотри. Хэллоуин. Зима 56-го года. Вот, собственно, смотрите, год, да, весна, зима. Вот так жили люди. Один альбом за год. Но это очень много, на самом деле. Обычно и за год-то не получался одного альбома. А сейчас у нас как бы вышел, это, дошел до, от Эрмитажа до Василеостровского рынка. И уже у тебя два альбома как бы сняты, да? Так вот мы и живем. Так, вот смотри, еще у нас один альбом. Да. Ну, у меня мое ощущение, что это очень какая-то близкая история, потому что эти альбомы где-то там, они здесь рядом лежат, и там лежат. Здесь какое-то производство, но это скорострельная колонна. А, ну да, это те же самые лица. Те же самые лица, вот эти они тут придуриваются. Ну, смотрите, какой роскошный фон, как они сумели, да, как выбрать именно этот фон. Да. И, скорее всего, это просто отрез из шкафа, развернули, расстелили, решив, что будет красиво. Подожди секундочку, тут дата какая-то, 51-й. Это вообще 51-й. Пораньше этот альбом создан. О, это «Летний сад» Крылов. Да. Смотрите. Ну да, это такие послевоенные годы,
когда народ, конечно, вот эти вот застолья, да, классические. Павловск. Смотри, весна. То есть, да, тут такое театрализованное действие. Причем такое страстное, смотри, как все с ножами. Восток. Вот переодевание, да, девочек в мальчиков, тоже популярная тема. Да, и тут, смотри, тоже какие шпана такая. Совершенно круто. Ну, тут уже Ленинград. Текстильный институт имени Кирова, это нынешняя тряпка, то, что называется на, господи, на Большой Морской. Так, ну ладно, последний сейчас посмотрим какой-нибудь. Допустим, вот этот. Ух ты ж, мама. Вот, на память дорогой крестный Шуре Илье Петровичу. Ярославль 61. Да, Ярославль 61 год. Ой, смотри, это прямо журнал «Работница». Да, и «Крестьянка», да, в одном лице. Да, это же были самые модные журналы. Ну, смотри, нет, смотри, портретная съемка, на секундочку. Да. То есть это, ну, все выдержано. Это не про... Ну да, это не просто такая любительская совсем уж тема. Ну, человек был явно увлечен. Да, постановочный, да, свет. Да, 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 да. С тенью, конечно, он немножко не владеет, но не важно. Может быть, и возможности не было в тот. О, немножечко эротик. Ну, кстати, хорошая вот эта девушка, она, да, такая, и она майолевская такая, и, да, и сидит хорошо, видите, как она в ножки впрут, и композиционно как красиво, здесь осока, здесь такая веточка зашла, такая Сусана, старцев только не видно. А вот она же, смотри. Да, дубль 2, не хуже. Не хуже, абсолютно. Абсолютно. Вот здесь не хватает действительно двух старцев таких, и все, и это будет вечный сюжет. Понятно. Пойдем заглянем к тебе в туалет. Можно без меня? Не, ну там как бы... Ну давай, понимаешь, я же не собираюсь снимать, что я там... Не, во-первых, давай начнем с того, что вот здесь, вот смотрите, во-первых, вот эти шикарнейшие Деды Морозы. Это же огонь огненный. Что-то мне страшно. Ты сейчас открыл мне глаза, что у меня есть избыточное количество вещей. Ну, подожди... Что-то запас мне стало грустно. Не, ну мне кажется, тебе не хватает еще трех полок с Дедом Морозом. Давай, не это. По 250 рублей каждый. На таким не шутят. Хорошо, не буду. Не буду. Ну, я, кстати, вот могу сейчас поднять еще тут две вещи. Вот просто, опять же, смотрите, вот я иду, да, то есть это, ну, я понимаю, что как бы, что человек я нездоровый, но тем не менее, вот я иду, и вот эти две вещи продаются, видите, ну как вот это можно не купить, да, смотрите, какие рукотворные рамки, да, стекло расписанное, типа такая витражная штука, и туда, значит, вмонтированы вот эти фотографии, ну здесь они немножко отскочили, да, но не важно, важно, что просто это, как сказать, какая-то такая щемящая вещь, и у меня есть планы, как это превратить окончательно в искусство, чтобы... Это потом определить в какую-нибудь хорошую семью. Смотри, здесь целая коллекция. Пушкин, Некрасов, да. Чай грузинский, Дед Мороз. Белочки всевозможные. Это же тоже прекрасно. А чай, кстати, грузинский, вот сейчас, когда вы пьете этот самый пуэр ваш, он очень напоминает по вкусу этот грузинский чай. Да? Да. Понял. Зачастую так. А вот это, кстати, между прочим. Дымковская игрушка. Да. Кентавр Дымковский называется. Да, тут можно, конечно, зависнуть надолго. Улица Репина. Мы находимся неподалеку. Да. Ну, это я понимаю, почему такое. Улица, да, потому что у меня там была долгие годы мастерская в доме 27. И эта картина нарисована великим русским художником Михаилом Миани. А, так вот, собственно, господин Миани. Там Тихомиров. Да, вот Тихомиров. Вон там. Как раз рядом со мной в шарфике стоит. Да. Я, а справа Виктор Иванович. Угу. Чудесный. Это мы в Русском музее сфотографировались, когда Митьки делали там свою юбилейную выставку роскошную. Так, и... Сюда? Вот это ты тоже там покупаешь? Тоже купил, да. Боже. Дембельская форма, да. Давай-ка мы это немножко. Ой, Юра, если мне что-то понадобится на съемку, я знаю, к кому мне обращаться. Да, ты можешь прямо сейчас. Ты давай, посмотри. Накинь-ка, примерь, вдруг, так сказать, в этом и уйдешь.
А что, с Аксельбан там как бы, ДМБ. Даже не надеюсь. Это уже, кстати, российский этот, как его, уже... Это новое, потому что это не СССР. Слушай, обязательно возьму куда-нибудь на съемочку себе. Так, подождите, Аксельбан-то надо было стегнуть по-человечески, на пуговицу. Ну, я сейчас, я просто померить, я уж не собираюсь тут вышагивать в нем. Да, ну, ребят, норм? Норм, или да. Клини надо будет вставлять? Норм, норм. Ой, ну можно не сейчас. Пусть у тебя все-таки так. У тебя так мало вещей, у тебя так мало. Много места, так мало вещей, а ты хочешь мне это подарить. Не, вот слушай, вот это я еще хочу показать, потому что это же. Это морпех? Да, это же это еще более огненная история. Да. Слушай, ну у тебя реально, тут, у тебя целая костюмерная, а? Вот, кстати, что мне надо? Что мне надо? Это вот такая вещь. Тут ну, хочешь, будет... я тебе прям дарю? Но ну-ка, давай. Мне, я боюсь, что она мне будет велика, но она мне нужна. Так ты по газету подложишь. Это как на удельном рынке. Ну-ка. Слушай, ну на самом деле мне под, вот именно под образ, под образ. Так, мне, а он и должен быть такой. Оно и такое немножко должно быть такое. Ну что? Слушай, вот это я возьму. Да, о, все. Ты а посмотри, что тут думает? Даже этот... Так это Италия. Йоксель-поксер. Смотри, 100% шерсть. Да. Ты понимаешь? Обалдеть. Паоло Повери. Паоло Повери. А ты-то зачем купил это? Я не знаю, откуда мне это... Ну, посмотри, подкладка в огурцах, его даже можно носить, носить той стороной парадную. Слушай, это ивановский сторона. Огурец, это ивановский огурец, между это прочим. Это даже более, чем ивановский. Мне подарил, я был Иваном, мне один там человек подарил двое семейных трусов. Ты помери, может, оно тебе пойдет. Нет, послушай, дело не в этом. Я просто думаю, что если вот так носить, как бы, может, это даже... Ну-ка, пример, пожалуйста. Так, тут у нас небольшой модный приговор. Вот к нам пришел отвратительный... О, так это ж я вообще... Ты понимаешь, что это двухсторонняя вещь? Потому что это такой Гоша Рубчинский ставил. Да? Как полезно зайти. Вот костюмчиком обзавелся, да? Нет, ну действительно, тебе он идет. Да, слушай. И так, и так. Под лицо человека забираешь. Ну вот, прекрасно. Не зря. Так. Человека счастье, наконец, хоть от чего-то. Нет, я не очень рад этому. Ну, я настроен. Ты вещи уносишь из дома. Так, ну-ка. Этот мне, кажется, маловат. Мне, ой. Да, этот морпех был. Да, морпех был поменьше, но посмотрите, какой парень. Зато сделано все, сработано. Да, но это уже Россия, это уже. И тоже, видишь, здесь ушито все это, как сказать, в чем прелесть дембельской формы. Она абсолютно не по уставу, но при этом, как бы сказать, приобретает какие-то элементы невиданной, как сказать, красоты. Слушай, ну да, костюмчик это прямо вот огонь. Ладно. Ну, кстати, вот могу еще показать, например, давай, что давай. Я покупаю на удельно. Например, пижама в тех же огурцах, да? Да. И эта пижама не просто куплена пижама, да? А там, например, на удельно продают, как это, расформированный госпиталь, который, ну, НЗ. То есть это все абсолютно новое, и там огромное количество и пижамы, и какие-то склянки, банки, посуда, какие-то там инструменты медицинские. И вот мы берем, как вы видите, шильдик даже есть, этот фабричный. Пижама изделия. Пижама мужская. Трам-трам. Розничная цена 9900. Что здесь еще можно узнать? А, можно узнать, где это сделано. А сделано это Вологодское учебно-производственное предприятие. Всероссийское общество глухих. Вот, пожалуйста. Но, посмотрите, эта ткань в тех же вот только что упомянутых огурцах. И это, безусловно, очень красивая модная ткань. Как бы, если такую пижаму сейчас надеть на какой-то выход такой... Юра! Ну, примерь. Если хочешь, я тебе тоже подарю. Я рассказываю историю. Значит, работал я главным редактором журнала «Я покупаю». Это был самый большой... Лучший журнал. Самый большой шопинг-гид в стране. Он получил в 2004 году премию как самый большой тираж бесплатных глянцевых журналов. Значит, я переехал из Петербурга в Москву и... выражаясь русским языком, ну, то есть я офигел. Вот все, что в Петербурге хорошо, там плохо. Все, что в Петербурге плохо, там хорошо. Да? Прежде всего, это отражалось на том, что у тебя все время должны быть правильные бирочки. Угу. Правильные бирочки на всех одеждах. Давай. И тогда как раз пошли такие всякие вот эти голландские и бельгийские модельеры. И у меня у папы
У него была такая спецодежда железнодорожника. Ну вот она примерно как такая, такая серая была. Значит, отдельно были такие, такая куртка, отдельно штаны. Значит, я беру эту куртку, одеваю. Дальше у меня были какие-то мои собственные джинсы, тоже странные. Покупаю на ленинградском рынке ботинки «Прощай, молодость». Если вы не знаете, что такое, загуглите за 150 рублей. Это такие на молнии. Прихожу в редакцию, на меня смотрят и говорят: «Офигеть, где, ты где так вообще?» То есть, а я такой прямо вот... Я говорю, ну надо места знать. То есть они реально все решили, что это вот такой супермодный тренд, да, поэтому это очень крутая вещь. Ну, ты будешь это? Я уже померил. Идет тебе? Да, конечно, мне это надо. Ты что? Хорошо. Вот, видишь, я не зря зашел. Так, друзья, да. Как вы думаете, по времени, сколько мы еще должны? Просто все. Мне написали, что я должен бежать. Все, уже. Все, давай мы сейчас тогда будем хорошо закругляться. Вот просто я буквально сюда зайди, покажи интерьер этого замечательного места, и мы сейчас будем закругляться. Да. У нас тоже там уже заканчивается запас. Ну, Павел, я рад, что ты уходишь. Как? Это очень красивая вещь. Да, нет. Он такой, главное, полосочку. Ты можешь не переживать, она пойдет в дело. Ну что ж. Так, выбирай тарелочку. Да, тарелочку я хочу, конечно же, взять вот эту. Ресторан советский. Потому что это, конечно, огонь. Прекрасно. Да. Сейчас я подпишу тебе. Давай, подпиши мне, пожалуйста. Это, между прочим, произведение искусства, а не просто... Ведь как бы пока тарелочка стоит на столе, она тарелочка. Как только тарелочка попадает в определенный контекст, она становится произведением искусства. Сегодня какое у нас число? Хороший вопрос. Счастливых часов не наблюдают. 18 августа. Это 9-е, да, у нас? Или 8-е? 8-е. Ну, такие счастливые люди. Как Биг Лебовски вот здесь вот, да? And what the day today? Как он спрашивал у своего коллеги Лебовского. Точнее, тезки. Ну, пока Юра подписывает, значит, я напоминаю, что официальный аккаунт Эрмитажа в Инстаграме Юра ведет, есть огромное количество проектов им реализованных, в том числе при помощи вот этих замечательных вещей с уделки, ролик на мое интервью с ним, где он рассказывает вообще, как фотографировать в принципе и в чем смысл там фотографии, тоже будет там размещен. Все мои аккаунты тоже еще так же вы там найдете, анонсы и так далее и тому подобное. Сейчас вот мне, видите, даже спел. Вот человек правильно подходит к делу. Купил себе это все. Ну, а вы, друзья мои, пока происходит приятный для моего глаза процесс упаковки. Настоящего искусства. Да, a piece of modern art. Оставляйте комментарии, пишите все, что вас интересует, задавайте вопросы. Это была не последняя экскурсия в такие необычные места. У меня на самом деле целый список. Просто как бы сюда я сам давно хотел попасть. И это случилось. И это случилось, да. Будут еще у нас заходы и в фотомастерские, и в мастерские художников, и в какие-то там значит, другие пространства культурные и не очень. Соответственно, с вами был гид Павел Перес, фотограф, и можно сказать, артист, как это говорится в английском, да. Юрий Молотковец. Увидимся. Пока. Спасибо. Гениальный уход камеры. Просто гениальный.